Встречу активистов движения провели в рамках празднования Всероссийского дня студотрядов. Кстати, праздник был утвержден указом президента только в прошлом году. Вспоминали важные вехи в развитии этого движения. Одной из таких, безусловно, стала Олимпиада. В рамках подготовки Олимпийских и Паралимпийских игр было задействовано огромное количество ребят. Более 7 тысяч бойцов из различных регионов принимали участие в строительстве олимпийских объектов. Я как сейчас помню, что 2008 год, это было начало олимпийской стройки, приехало всего лишь 40 человек, и как сложно было в то время доказать работодателям действительно качественную работу студентов. Поговорили и о создании городского штаба студенческих отрядов. Он будет курировать работу таких молодежных объединений. Всего в Сочи сегодня 10 студотрядов. Они работают в двух направлениях. Это сервисные отряды и педагогические. Мой сервисный отряд «Оллер» уже 3 года работает на данной базе. Мы отработали на Олимпийских играх, провели обслуживание гостей Сочи автодрома в период проведения гонок Формулы-1. Также отработали трудовой семестр в санатории Заполярье официантами и также в обслуживании гостей. После активисты студотрядов переместились на улицу, где устроили флешмоб, финалом которого стал выпуск в небо воздушного белого голубя с эмблемой движения.